площадь города, чтобы все вместе отметить события, которого так долго ждали. Мы поняли, что в отношении Крыма речь идет не просто о какой-то территории, даже стратегически важной. Речь идет о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Обращаемся к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела. Когда мы впереди планеты всей бежали на референдум 2 года назад, клянусь я вам, я думала, я 8 часов в очереди стояла, в 8 утра пришла голосовать. Есть видеокамера, есть доказательства. Я голосовала в 8-й школе. В 8 утра я уже стояла в очереди. Для того, чтобы проголосовать, я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к другим фашистам. Спасите нас, пожалуйста! Надо дадим свет, нету в темноте, подыхайте. Мы поняли, насколько все это важно для нас. Мы поняли, что речь идет не просто о территории, которой у нас достаточно. Речь идет об исторических истоках, об источниках нашей духовности и государственности. Речь идет о том, что делает нас единым народом и единой сплоченной нацией. На колени надо встать! Встала на колени! Пожалуйста, спасите! Оставьте нам места, пожалуйста, господин Путин! Можно все перетерпеть, можно все перетерпеть. Нет света, нет газа. Это все ерунда, если у человека есть стабильный доход. И не надо плакаться про Крым. Это самый будет богатый регион. Потому что мы там все будем отдыхать теперь. Цены страшно растут, уже давят цены, вот так. И газета наша «Керченский рабочий» пишут, что цены не повышаются, в частности, на строительные материалы. Они за 10 дней на 40% повысилось все. Никто ничего ценами не руководят. Добрый вечер! Как у вас настроение? Отлично! Вы с родителями планами, да. Вы счастливы, довольны? Очень, да. Не передать. Хотели, да, мы хотели 23 года этого. Наши родители хотели 60 лет этого. Наша власть вообще никуда не смотрит. Я хочу сказать, что мы были в Украине, наполовину было, а сейчас полный бардак. Какие зарплаты нужны сейчас, чтобы хватало прожить? Даже не говорю, что ни в чем себе не отказывать. Нет, хотя бы просто прожить, хотя бы дожить от начала месяца до его конца. Позиция Москвы, столицы нашей общей родины в Российской империи, Советский Союз. То, что никто вас не оставит в беде, чтобы это знали, что времена наконец наступили другие. Присягу МВД России приняли 10 бывших бойцов «Беркута». Новичкам вручили удостоверения полицейских, погоны и паспорта. Все сразу. Торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Вы что, вообще, что ли, охренели совсем? Но это же незаконно. Я здесь закон! Я приехал к вам в Крым, в Севастополь, и к вам, жителям, чтобы вас приветствовать, чтобы вас поддержать и заявить о том, что ни о чем волноваться не надо. Я хочу, чтобы у вас было хорошее настроение. Все коммуникации находятся под контролем специальных подразделений крымского правительства, вашего правительства. И эти силы, поэтому не должно быть никаких у вас там таких волнений, тревог, что там завтра будет. Завтра будет лучше только. Поэтому я хочу, чтобы вы, так сказать, чувствовали себя уверенно, чтобы в глазах у вас была радость. Радость. Спасибо. Именно того, что наступили лучшие времена, что хуже не будет. От имени здесь собравшихся, от имени народа города Евпатории обращаемся к нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, обращаются к вам жители Республики Крым, города Евпатория, как к нашей надежде. Путин, помоги! Путин, помоги! 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 Путин, помоги! Путин, помоги! Путин, помоги! Дорогие друзья, мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я так думаю и сейчас. Крым
получит, и Севастополь в первую очередь, все, что вам надо в плане экономики. Ура! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Деньги есть. Спасибо. Все, что надо городу Севастополю, он должен получить. Но как? Как? Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все, что необходимо для организации международного Васюкинского турнира. Пойдете на референдум? Обязательно побегу, а не пойду. Так жить, как мы живем, мы же нищие. 10 рублей картошка, пенсии 1000. А скажите, пожалуйста, вы за что будете голосовать? За Россию, к Путину. Спасибо. Спасибо. Мы приложим максимум усилий. Это мой подарок Севастополю. Спасибо. Безвозвратный кредит и без процентов. То есть подарок. Спасибо. То есть даром. А, даром. Понятно. Газ. Любые. Да я уже не могу любые там сидеть, продукты, энергоносители вы будете получать в неограниченном количестве. По самым низким ценам, а если надо, и бесплатно. Да, все зависит от вашей самодеятельности. Я повторяю, организацию беру на себя. Материальных затрат никаких, кроме расходов на Телеграм. Поэтому все вопросы экономические, моральные. Мы добьемся, чтобы у вас было мощное свое телевидение в Севастополе и в Крыму. Свои газеты, свое радио. Чтобы было больше консульских служб России и в Крыму, и на всей территории Украины. И здесь, в городе Севастополе. А российские каналы? И все дальше вы будете сами решать. Чтобы никто не навязывал никому. Цены большие, очень трудно, очень. Работы нету, молодежь. Поэтому нужно, чтобы в Севастополе, самое главное, чтобы была работа для всех. А тогда уже цены повышать. А чё ж, люди, я не знаю как. Я вам обещаю, что Россия окажет любую помощь вам. Моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ. У вас всегда будут миллионы русских туристов. И вы будете иметь тот статус, который вы хотите. Самый высокий статус. Самая большая автономия. Москвичи! Стесненные жилищным кризисом просятся в ваш великолепный город. Не пусть спокойно, этого не надо бояться. Запад гибнет, и погибая хочет в могилу потащить еще нас с вами, Восточная Европа. Мы с вами не гибнем. У нас с вами Олимпийские игры, на которых мы победили. Хорошего настроения. Да здравствует Севастополь! Ура! Это наш русский флаг, бело-синий флаг. Если вы свою власть здесь поставили, значит, уберите этих фашистов и поставьте нормальных людей, которые будут за людей. Они слуги народа, мы для них платим, за них платим налоги, а они убегают от нас. Если у них есть Майдан, то у нас в России есть Магадан. Мы можем помочь туда перебраться. Все, что реально могло бы произойти, это все то, что реально могло бы произойти, если бы не выбор кормчан. Спасибо им за это.